Симфонический оркестр под открытым небом. Музыкальный фестиваль, посвященный сразу двум юбилеям арийских композиторов. Основоположника Якова Эшпая и самого, пожалуй, известного сочинителя музыки, чье имя неразрывно связано с нашей республикой, его сына Андрея Эшпая, пройдет в Междуречье, Волге и Кокшаге, на родине арийских композиторов. О том, какие события пройдут в последнее воскресенье июня в Кокшамарах, подробнее в нашем следующем сюжете. В честь 120-летия отца и 85-летия сына Эшпаев в конце июня в самый древний населенный пункт Мариэл, поселок Кокшамары, приедет симфонический оркестр, состоящий из 50 музыкантов. Помимо марийских музыкантов, исполнять классические произведения приглашены оркестранты из Чувашии. Под открытым небом на стадионе Кокшамарской школы прозвучат 4 произведения: праздничная увертюра Владислава Куприянова, марийская сюита Якова Эшпая, симфонические танцы и фанфары Андрея Эшпая. Такого в Мариэл еще не было. Симфонический оркестр сыграет под открытым небом двухчасовую концертную программу. Дирижер заметно волнуется перед предстоящим событием. Единственное, волнуемся за звуковую технику, потому что озвучить оркестр, особенно оркестр, будет очень сложно, поэтому мы заранее приезжаем, настроимся. Один инструмент пропадет, это уже все. Нам каждый инструмент важен, то ли это гобой, то ли это английский кружок. Они вот все должны быть, как в концертном зале. Музыкальный фестиваль «Воды текут» станет главным событием лета в Кокшамарах, да и в Мариэл. 27 июня здесь ждут гостей из Виниговского района и Йошкар-Олы. Перед симфоническим концертом состоится открытие памятника Якову Эшпаю на территории местной школы. Ну а после концерта будет представлена книга, посвященная жизни и творчеству Якова и Андрея Эшпаев. Завершится этот день фестивалем фольклорных ансамблей, на который уже приглашены около 30 коллективов из районов республики. Ну и главное, родину своих предков 27 июня посетит Андрей Яковлевич Эшпай. И все эти события, безусловно, дань уважения к живому классику академической музыки, запечатлевшему родные мелодии в своих произведениях. А музыкальный праздник в Кокшамарах вполне может получить продолжение и стать ежегодным.